Здрасте, здрасте! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать об автономности iOS 14.4 Release Candidate. Итак, я протестировал данную прошивку, что могу сказать. Сейчас 2 часа дня, у меня все так же емкость аккумулятора 97%, я зарядил телефон в 10:30 вечера. Как сейчас видите диаграмму, вот такая вот, 9 часов у меня активного экрана, очень хорошо нагружал телефон. Сейчас у меня 54% заряда аккумулятора. То есть о чем это говорит? В принципе, батарейка сносная, довольно-таки хорошая, но я встретил ряд неудобств. То есть все так же у меня проблемы, допустим, со связью. Выскакивал вот такой вот баг, я проверял обновление, хотел проверить прошивочку, и у меня выскакивал такой баг. То есть баг с соединением Wi-Fi. Смотрите, уже два бага вот таких вот есть. Не знаю, как у вас, это у меня на iPhone 10s. Пожалуйста, напишите в комментариях, как у вас происходит ситуация, кто обновил себя из 14.4 кандидат на релиз. Может, на релизе это поправят. Вот это именно как раз то, о чем я говорил. Не стоит обновлять сейчас ее, спешить, торопиться, потому что можно встретить ряд причин таких проблем, как у меня, допустим. Если у вас какие-то есть, также напишите. Поэтому я советую вам дождаться релиз. Я запишу на него обзор, протестирую. И как бы, может быть, в этом релизе что-то поправят. Но, скорее всего, нет, потому что кандидат на релиз, это уже есть по факту релиз. Это из 10 один раз, может быть, такое бывает, что они действительно что-то фиксят. А в данный момент просто подождите, не торопитесь. И я протестирую, только тогда могу вам рекомендовать обновляться или нет. Сейчас вам не рекомендую обновляться. Поэтому что нужно с вас? Правильно, подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока!